Спалось мне что-то ночью, и поэтому, пробегая мимо замка Тиграна, поливая минералку, нашел его АФКшище в складе. Хотел спокойно вытолкать, но он что-то проснулся. Попытался я свалить, но что-то как-то пролагало. И опять лагает, и опять. Ну, а так как я шотная банка для мага, меня все-таки догнал. Прибежав еще раз на замок, увидел, что Тигран авкает уже в замке. Заперся. Ну окей. Сейчас попробуем его оттуда вытащить. Снизу дверь закрыта, а наверху дверочка открытая осталась. Вроде авкает. Да, вроде авкает сидит. Сейчас аккуратненько проверим, чтобы если еще смотаться. Да, вроде таргет не берет, и молнию не кастует. Значит, авкает. Толкал, он вроде не проснулся, значит, пока что все нормально. Только обидно, танка места не хватает. Ладно, попробуем затолкать телепорт его немножко по-другому. Не захотел туда залетать. Может, хоть так затолкается, блять. Ну, короче, я опять вернулся. Так, открылась дверь. Похоже, он очнулся. Блять, я спалился. Прячемся. Так, ну сверху его вроде бы не видно. Так, ну раз за мной еще никто не бежит, значит можно заныкаться. Так, и куда-то убежал. Ничего не табается. Блин, совсем свалил что ли? Так скучно. Ты убежал. Ой, он тут. Прячемся. А вроде за мной не бежит. Так, мне кажется, он меня не видел. Это очень хорошо. Он где-то там в инвизе.
это не Тигран, а вот Тигран. Я, короче, опять сама беспалевность. Ну, куда? Не получится его в портал отправить. Жалко. Долго идет прогресс. Ну, а вот и он. Похоже, опять апгрейд. И утопим его, короче. Не получилось отправить в поющую землю, будем топить. Прогрузился. Совсем что-то долго будет. По идее, здесь должен вызываться болит. Сейчас попробуем вызвать болит. О, вызывается. Кайф. Сейчас будем его катать, короче. Главное, чтобы он не проснулся. Изи, поехали кататься. Блин, ну ты опять проснулся. Стой! Блин, все веселье испортило. Перевести можно то, что ты написал? О, вроде перевел. Блин, еще и ругаться начал. Какой злой Тигран.